Добрый день, пришла посылочка с магазина Гербест, дошла быстро. Посмотрим, по-моему, здесь даже лямки быть. Да, вот такие вот лямочки, 3 штуки, стоили недорого. Не помню, в районе $1,5, наверное, за 3 штуки. Они продаются по отдельности или набором из 3 штук. Ну, набор дешевле получается. По-моему, да, 3 разных цветов. Сейчас проверю, главное, чтобы влезало на ремень. Ну, стандартный ремень она точно влезет. А на портупее, не знаю, не полезет, наверное. Да, на портупее она не влезает. То есть это куда-нибудь на систему моли, на рюкзак повесить или на стандартный ремень. Так, вроде качественно сделано. Нитки немного торчат. В принципе, это не особо проблема, можно подрезать. Вроде прошито более-менее нормально. Так что, кому будет интересно, можете заказывать. Ну, 2 цвета практически одинаковые. Это больше зеленый, это такой более коричневый. Вроде прошито нормально. Пластик такой прочный. Так что заказывайте. Ссылочку оставлю. Заказывал такие же еще на AliExpress. Ну, по-моему, на AliExpress было подлиннее, не написано было. Про эти не было не написано, какой он размер. Так что ссылку оставлю. И на AliExpress, и на это. Так что смотрите. Вещь вроде неплохая, сделана вроде неплохо. Спасибо за просмотр. Пока-пока.